Вот с вашей точки зрения, что такое пенсионный возраст, чем он определяется, и что такое пенсионный выплат? Потому что на эту тему сейчас очень много разговоров идет. А в общем-то есть нормальный... Ну, я не знаю, видите ли, пенсионный возраст определяется целым рядом вещей. Вообще, как мне кажется, наличие пенсии таковой, то есть необходимость, это печальная вещь. Если бы каждый человек любил свою работу, если бы каждый человек нашел себя в своей работе, благодаря тому, что в школе ему показали этот путь или где-то еще, то он бы никогда и не ушел на пенсию. Он бы хотел все время, потому что он таким образом себя выражает, это его, как это, его нутро. Но поскольку это совсем не так, я думаю, что подавляющее большинство людей так и не нашли себя в том, что они делают. А то они мечтают о том, что вот, наконец, можно будет не работать и получать пенсию. Я думаю, что у нас это очень заниженная цифра. Я не понимаю, почему в 55 лет, когда, послушайте, женщина еще, не только у нее с мозгами все хорошо, но зачастую и со всем остальным неплохо. И почему она должна уйти в 55 лет? А что такое 60 лет для мужчины? Странный вообще совершенно возраст. Ну, 65 во Франции, ну, 67. Но это определяется какими-то разными подсчетами. Черт его знает, там, экономика каким-то образом работает. Ну, вот так вот. А какой должна быть пенсия? Это вообще бесконечные дебаты. Все это определяется, есть определение. Есть. Конечно. Ну, есть законы социальной психологии, можно как-то попробовать свою точку зрения. Да. Ну, во-первых, что такое пенсионный возраст? Когда меня спрашивают, что такое пенсионный возраст, я спрашиваю, вы знаете такого короля французского Людовика XIV? Все слышали. А кто-то ему приходится Людовик XV? А кто Людовик XV приходит, кем приходится Людовик XVI? Оказывается, что Людовик XV – это правнук Людовика XIV. А Людовик XVI – внук Людовика XV. Это о чем говорит? Значит, человек долго правит, и ни его сын, ни его внук не смог встать у власти. Значит, о чем это? То есть для того, чтобы вообще государство двигалось, значит, надо, чтобы вовремя приходили молодые на эти места. Это не значит, что нужно человеку там 60 лет потом уходить на пенсию. Он может чем угодно, консультантом работать, чем-то еще, но он должен освободить место. Понятно. Вот. Дальше, у станков. Ну, извините меня, как я сказал, старый конь борозды не испортит, но не спрашивает. То есть наш средний возраст рабочего за станком 63 года. Это, извините меня, это опасно. Просто напросто. Ну, понятно. Значит, надо расширять, извините меня, цех, чтобы еще станков наставить, чтобы молоды. Значит, поэтому вот определяется возраст именно тем, что дать вовремя человеку занять нужные. То есть человек должен прийти, допустим, в управление где-то с 28-32 лет. Понятно. Постепенно подвигаться. Это первое. Второе, что такое пенсия? Пенсия – это недоплаченная зарплата. Извините, вот вы сделали лопату. Вам заплатили за что? За изготовление лопаты. Но вашей лопатой кто-то чего-то там уже лет 2 раза не дает. То есть, вот, то есть это недоплаченные деньги тому, кто это что-то сделал. Поэтому определенная доля заработанных денег должна быть пенсионной. То есть это не государственная подачка от щедрот своих. А это просто недоплаченная зарплата, которая должна накапливаться, и люди должны им все равно возрасте. Я только хотел бы добавить, что на Западе, по крайней мере, если вы работаете на государстве, то есть в государственном учреждении, в государственной службе, то ваша зарплата ваша будет ниже, чем зарплата вашего контрагента, который работает участником. А ваша пенсия будет выше. То есть вам государство отплачивает за то, что вы столько лет готовы были работать за меньшие деньги на благо страны. Это и есть такой момент. Да, пожалуйста.